В нашем районе спорту уделяется большое внимание. Созданы все условия для сохранения и улучшения физического здоровья всех категорий населения. Начиная от общедоступных уличных тренажеров и спортивных площадок до центра олимпийской подготовки. Спорт люблю, спорт уважаю. И действительно очень хочется. И мы обязательно уже и на следующий год, как сказали ведущие, планируем входить в программу. По линии Минсельхоза мы создаем условия в сельских поселениях, чтобы и молодежь на селе была не брошенная. В первую очередь детские спортивные площадки. В вторую очередь, я все-таки думаю, нужно открывать отделение спортивных школ на селе. Я уверен, с вашей поддержкой, в хорошей, дружной команде единомышленников мы обязательно прибавим по всем направлениям. А вам хочу пожелать крепкого здоровья, оставаться сильными, едиными, настоящими лидерами спорта нашей Кубани, нашего района. Здоровья вам, благополучия, мира, всем близким и родным. С праздником, друзья! Помимо Центра олимпийской подготовки, в районе работает еще 5 спортивных учреждений. Культивируется 20 видов спорта, где занимаются 3408 человек. С детьми и подростками ведут работу 63 тренера. Лабинские спортсмены на протяжении последнего времени достигли высоких результатов. Завоевано 835 медалей в краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Подготовлено 8 мастеров спорта России, 48 кандидатов в мастера спорта, 121 человек являются членами сборной команды Краснодарского края по различным видам спорта и 9 человек сборной команды России. В этот день более 30 тренеров и спортсменов получили почетные грамоты от главы района. Некоторые из них сами поздравили коллег с Днем физкультурника. Это здоровье, это типа, фигура, это настроение. Ну, со спортом связано многое, как бы не все. Самое главное – здоровье. Хотелось бы поздравить всех коллег, фанатов и увлекающих спортом с Днем физкультурника. Счастья, здоровья и успеха во всем.